Вся эта неделя проходит под знаком молодежи. В Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий состоялся круглый стол на тему «Молодежь. Трудовой потенциал Чувашии». Год человека труда считает Михаил Игнатьев рабочим профессиям. Особое внимание производство нуждается в квалифицированных кадрах. И чем раньше происходит погружение в профессию, тем лучше. Сегодня на рынке труда эти специальности, эти профессии востребованы. То есть у вас в перспективе и даже во время уже производственной практики появляются возможности даже во время каникул подзарабатывать денежки. Вот я вижу сейчас девчат в форме студенческого отряда, да, по разным направлениям. Активно работает в республике Центр молодежных инициатив. С ними мы научились не только писать, но и реализовывать общественно значимые проекты. Вот. И такие республиканские конкурсы, например, как «Полюса успехов», один из долгожданных и всеми ожидаемых студентами конкурсов в году, где мы в этом году Студсовет Институт культуры стали победителями. Для того, чтобы разбираться в экономических и политических вопросах, необходим диалог с профессионалами, например, в форме дебат-клуба, считают студенты. При федеральных чиновниках и депутатах существуют подобные дискуссионные площадки, и мы бы хотели выйти с предложением о создании при молодежного дискуссионного клуба при главе Чувашской республики, в котором будут считаться не только дебаты, но еще и будут приходить представители общественности высказывать свою точку зрения на те или иные вопросы, представители молодежи, представители экспертного сообщества по той или иной теме, ну и, конечно же, чиновники, которые ответственны за те или иные направления деятельности. Михаил Игнатьев вручил студентам техникума свидетельство о назначении специальной стипендии главы Чувашской республики. Студент второго курса по специальности строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Я очень рад, что поступил в этот техникум. Эту специальность я также выбрал по причине ее востребованности на рынке труда и прибыльности. Очень надеюсь стать специалистом своего дела.